Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет очередной роллинг, посвященный к празднику ВДВ, который 2 числа, в принципе, ролик у нас тоже выйдет. 2 числа хочу поздравить всех, кто служил, служит. Мы находимся на аккаунте моего подписчика Андрея, у которого было 31 числа днюшка. К сожалению, я не успел, потому что было очень много дел, поэтому с прошедшим. Ну и сейчас будем выбивать ему недостающих героев. Нужен Ронин, нужна Седна, ну и, конечно, нужна Фрея. Все мне почему-то дают аккаунты для того, чтобы получить Фрея. Аккаунт, как видите, бездонатный. Герои у него довольно-таки неплохие. Правда, тыковка без талантика. Вот есть Гаргул, такой вот Анубис. В общем, неплохо, неплохо. Как для бездоната, Стрелок, Ворожай, топ прокачанная Финка, Биг, Рино с ОЗ-шкой, Дерево, Купидончик. Вообще отлично. Ведьма топовая. Так, Хрона он качает. Ну, как видите, аккаунт как для бездона довольно-таки неплохой. Много героев нету. Но все нужные, в принципе, есть. Не хватает только Фрей, Ронина, наверное, для битвы гильдии. Ну и Седны. Так, ну посмотрим, что он у нас прошел. Ну, Джей добрался неплохо. По кошмаркам даже семерки начал. До 7-5 дошел. Так. Ну что, так, что у нас еще на складе есть? Плюшкин любит копить. Ну и на складе героя Повелитель Бури есть. Странно, почему он его не открывает, а ну-ка. Может, я как обычно слепой, но смотрю, он не открывает его. Странно очень. Ладненько. Ну что, поехали трешовать. Делать то, что мы любим больше всего. Это выбивать сразу же Гаргула. Так. Ну давай. Думал, блин, Фрея. Фараон, фея. Все на букву F. Но только не Фрея. Так. Душек. Ну, сыпет нормально. Относительно. 13 тысяч самов. И ни хрена нормального нам не упало. Смотрите, как. Синь-зелень. Ладно, будем жать по 450, укротитель. Варлок. Просто отлично. Только зачем он ему? Пособие, как слить самоцвета. Еще один фараон и хранитель, да ладно. Ведьма, куб. Суккуб. Короче, рандом, как обычно. Рино, наконец-то. Хоть что-то такое более-менее интересное упало. И то укротитель. Еще один Рино. Да, рандом над нами, как обычно, ребята, издевается. Рино у него уже есть практически вкачанный в потолок. Ну, поехали. Сделаем ход конем. Так, ну Павлик у него есть, это будет неинтересно. Сейчас мы попробуем.
Кое-что интересное есть достать. Так. Делаем, ребята, ход конем, как обычно. Ладно, пока сейчас заберем, потому что ящик забился. Как обычно. Ну, поздравляю, Арктика, у тебя аж 3. 3 Арктики. Сетик. Вот 40 осколков вольта даже есть. Так. Так. Поехали, хочу использовать сейчас коробочки. Или давайте изначально, по-моему, у нас вот так вот, пожалуйста, с первой же тычки сразу недостающий герой. Немножко другой у нас роллинг получился, но достали то, что он хотел. Так, профессор Рибит. Окей, с этим мы разобрались. Так, что у нас там было интересное? Вот коробки ради коробок. Мне очень интересно было коробки пооткрывать. Может, упадет что-то годное на тыкву. Каменка. Ну, неплохо, неплохо. Так, седна у нас уже есть. Так, порочный пакт. Понятно все. Все с вами понятно. Ну тут ничего интересного не падает, к сожалению. Так, седну мы уже открыли. Ну что, поехали, попробуем на стрелке открыть коробочки. Может, повезет. Бум. Терня. Даже не буду ставить. Еще хуже. Блять, курка. Да. Да уж, однако. Самое-самое, наверное, что могло упасть, нам все оно выпало. Так, ладно. Поехали рулить дальше. Сразу же смерть. Опять варлок. Да что такое, ну? Душек триант. Блин, как-то, ну не знаю, не прет на его аккаунте, смотрю, Кенди. Есть такие аккаунты вообще просто одна за одной. А тут просто смотришь и малышник, Имка. Ни коробок, нифига. Ладно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, еще разок у нас остался. Зато у него будет, ребята, 4 Арктики. Хоть Арктики какашки тратить не будет. Так, окей. Получить. Получи, распишись. Так, ну корку сейчас мы кому-то поставим. А кому даже не знаю. Смотрю, тут хрон уже с коркой.
Дрейк с утеканием. В принципе, нормально, тоже не хочется ему менять. Так. Череп. Да, у него походу прет на корке. Лево. И на утекание также. Так. Да, фиг его знает, кому-то допу сейчас пихнем. Поменяем тут. Так. Ну да, и что-то нормальный разок. О! Ну, послушалась, хотя бы бог войны дала. Правда, опять же, ну, со всего, что есть, это однозначно пойдет вот сюда. Так, окей, улучшить. Это он уже сам себе потом прокачает. Поехали еще доролим. Ты что, у нас 23? Блин, ну реально, говняна падает. Просто жесть. Ну, главное, что мы хотя бы одного недостающего героя достали. Это радует. Так, получить, получить, получить. Так, что там у нас еще осталось? Кулаки. Это все такое. Ну, 20 книг. Тоже не ахти наборчик. Так, а что у нас по акциям? Ну, идем еще мороженки. Зайдем. В общем, как-то так, ребят. Не знаю. Кому как прет. Тут уже... Это рандом. Так, окей. Окей. Вообще беда с этими акциями, конечно. Все очень и очень, к сожалению, у нас печально. Ну, в принципе, все, вот такой вот был роллинг. Поздравляю еще раз всех с праздником. Что мог, то сделал. Не подфартило где-то нам немножко, но, в принципе, зато годно получилось. Вот, давайте эти карты пооткрываем, может отсюда что-то интересное пойдет. Но это не точно. Ну, как видите, отсюда ничего хорошего не падает. Короче, вот такой вот был роллинг. Пишите комменты, подписывайтесь, обязательно лайки. Всем пока.